свято дива, добра та надії. 19 грудня – найочікуваніше свято для дітлахів – День Святого Миколая. Вранці малі зазирають під подушку, аби знайти там солодкий дарунок від Миколайчика. А для дорослих цей день – гарна нагода розщедритися на добрі справи. Чи святкують дніпряни День Святого Миколая та що підготували під подушку – дізнаємось просто зараз. Да, святкую дітям. Покупаю подарунки. А что планируете даровать? Сладенькое. А у меня дети живут в другом городе, поэтому поздравляю их с помощью там переводов каких-то. Вот. Ну а жена уже подарки дарит. Поздравляем детей, ложим подарки под подушку. А что вы загадывали этого года? Ну, дети у нас современные, по гаджетам в основном. Вы знаете, нет, нам Новый год ближе, поэтому, ну, ребенку, понятное дело, подарки делают в школе. Там нам на работе выдают подарки, но как такового нет, не празднуем. Ну, делаю внучке подарки, потому что понимаю, что это праздник. А чего року еще даровать? Что? Сладости, украшения, книги, потому что попросил уже ребенок книги. Святкует День Святого Миколая? Нет. Чего? У нас в семье не принято его святкувати. Нет. Почему? Ну, это религиозный праздник, я не религиозный человек, поэтому... Святкуем, Илюшка. А как святкуете? Детям подарки ложим. А что планируете даровать этой неделе? Сюрприз. Это ж Святой Николай знает только. Уже столько років, что який же уже день, уже внуки святкуют. А внуки как святкуют? А як? П'ять і не верик. Якісь подарунки? Да, от діда подарунки, оце є все свято. Да, святкую. Як? І з мами, з папи. Очень люблю їх. Якісь подарунки очікуєте цього року? Я очікую мир во всем мире, чтобы люди находили между собой общий язык и поменьше было войн у нас. Да? А как святкуете? Обычно. За стол сідаем и отлучаем. А что планируете под подушку класти? Який дарунок від Миколайчика дітям? Дітям? Яку-небудь брошечку, заколочку, точечки. А празднуете День Святого Миколая? Праздную. Поздравляю всех, меня поздравляют. А как поздравляете, как празднуете? Ну, в основном мы в телефоне поздравляют. А что планируете в этом году дарить? Ну, маленькому нам год и 7 месяцев мы купили специальную такую игру.